Ограничения на просмотр роликов в интернете привели подростка к суициду. Новый проект Google расскажет вам, как изменилась Самара за 20 лет. Как купить авиабилеты в интернете и не стать жертвой мошенников. Не сиди на месте, иди в бесплатный кинотеатр под Ладью. Увидим все это в 20:30 в понедельник. На телеканале Самара ГИС. В программе «Репост».